Помню, выдался свободный вечер. Звоню Арни. Тащи сюда свою старую задницу. Я скачал новый фильм. Открываем мы по баночке пива и начали смотреть «Разборку в Маниле». Арни мне говорит: «Да я знаю этого чувака». «Может быть, вы сможете дать ему эпизод в своем новом фильме?» «Чувак, да я дам ему роль на выбор. Это гений, мать его. Марлон Брандо наших дней. К тому же, это талантливейший продюсер нашей современности, у которого нюх на блокбастеры. Если Голливуд не заполучит этого парня, американский кинематограф погрязнет в марвеловской чернухе и низкопробном трэше».